Тройка лучших. Наверное, на первое место поставлю Матвея Сафонова. Сохранил ворота неприкосновенными. Спиртян Эдик достаточно активный матч провел. Оказывался в тех позициях, в которых и должен оказываться. И, наверное, Кривцова, да, потому что поставил приятную точку на этой части сезона. А худшим, ну даже не худшим, наверное, немного не в свою силу сыграл, это, наверное, Мозес. Но там тоже были объективные причины. Хорошая линия обороны, против троих играл, старался, но не вытянул немного.